трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. На дорогах Кировской области уменьшилось число ДТП. В первом полугодии 2017-го по сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 9 с небольшим процентов, сообщило региональное правительство. Почти наполовину стало меньше аварий из-за превышения скоростного режима. Еще более существенное уменьшение – 75% – касается происшествий, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора. Чиновники и автоинспекторы считают, что это результат активного внедрения систем фото-видеофиксации нарушений. Трасса 101. Более 200 тысяч мелких автоаварий в первой половине нынешнего года российские автомобилисты оформили самостоятельно. Это по сравнению с аналогичным периодом 2016-го больше на 40%. Чаще всего, по данным Российского союза автостраховщиков, Европротоколом пользуются в Приморском крае, в Волгоградской и Ростовской областях. Добавлю, что ближайшей осенью совокупная сумма ущерба в рамках Европротокола может быть увеличена с 50 до 100 тысяч рублей. Трасса 101. За последние три года новые автомобили в России подорожали в среднем на 45%. Рост цен, уверяют аналитики агентства «Автостат», продолжится. Дело в том, что курс доллара за тот же период подскочил на 53%. Дилеры обязательно отобьют разницу, но потихоньку, чтобы не распугать клиентов. Ну и из личного опыта, касаемо цены 92-го бензина. Ровно 10 лет назад в Кирове он стоил 17-18 рублей. Продажи нового поколения Kia Rio стартуют с 17 июля. Цены и комплектации станут известны ближе к этой дате. Известно, что автомобиль стал чуть больше нынешней версии. Длина увеличилась на 23 мм, ширина и колесная база на 3 см. Машина получила новый двигатель объемом 1,4 мощностью 100 лошадиных сил. Кроме того, доступен прежний 123-сильный мотор 1,6. Трасса 101. На продажу выставлен лимузин Mercedes-Benz, которым якобы пользовались первые лица государства – Ельцин, Путин и Медведев. Год выпуска бронированной машины – 1995, пробег – 90 тысяч километров. Мотор – бензиновый, объемом 6 литров, мощностью почти 400 лошадей. Коробка – автомат. Цена вопроса – без малого 34 миллиона рублей. Для сравнения, за такие деньги можно купить, к примеру, 8 Toyota Land Cruiser 200 или 50 Hyundai Solaris или почти 100 Lada Гранта. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.